Всем привет! Так, еще потише. Да, решил я не быть оригинальным в том плане, чтобы обсудить ту тему, которую не обсуждал, наверное, за последнее время только ленивый, да? Я специально не выпустил ни одного обзора, ни одной статьи, ну, чтобы сошел весь, как говорится, шумок. Вот. И, как говорится, пена сошла вся. На самом деле, оригинальным я отчасти не буду. Ну, свою точку зрения выскажу. Однозначно, с самого начала мне было понятно, сразу же, кто в этом бое победит. Еще задолго до боя, еще когда даже не было понятно, состоится ли он. И совершенно было понятно, с какой целью это все делается. Но я говорю, что я тут оригинальным совершенно не буду. Но вот какая есть ситуация. Все сейчас обсуждают то, какой там Макгрегор молодец, насколько крут самый Майвезер, как они молодцы распиарили, раскочегарили такое шоу и нагрели на бешеные бабки там все народное население там, всего мира. Все там ожидали этот бой, хочу сказать честно, я его тоже ждал. Вот такое шоу, там это вообще, какие они сами красавчики. И что типа Макгрегор однозначно все равно победил, потому что он вот такой вот классный маркетолог, все продумал, вышел в ринг из ММА, значит, подраться по правилам самой бокса. Отстоял достойно там типа 10 раундов, еще бы 2 и вообще было бы достойно, по очкам Мейвезер бы только выиграл, хотя было понятно, что победить он однозначно должен. Вот. И, значит, а вот ни один сам боксер не шагнет в клетку, значит, ММА. И поэтому Мейвезер крут, там круче. Ну вот, а я это мнение хочу, скажем так, оспорить. Я, конечно, двумя руками голосую за ММА. То есть я сам ММА практикую, мне нравится. Вот, хотя я занимаюсь и боксом тоже. Мне тоже очень самое нравится. Но ММА — это более реально прикладная система. Реальней, как говорится, только жизнь. Вот, поэтому она мне больше нравится, безусловно. И, конечно, если бы Мейвезер дрался по правилам ММА, то... скорее всего, бой закончился бы в первом раунде бы сразу. Никаких бы 10 раундов бы даже не было однозначно, бой бы закончился махом. Что, собственно говоря, и было продемонстрировано в тех ситуациях, когда Мейвезер уходил в глухую защиту и поворачивался со спиной к Макгрегору. Там было сразу ясно, что случилась такая ситуация в бое. В ММА, то все, значит, Мейвезер, повернувшись там спиной таким образом, бы сразу же потерпел поражение. Его можно было бросить и прогибом, и добивать со стороны сам спины, и все, что хочешь, с ним можно было бы делать. Все. А такие ситуации начали возникать очень быстро, чуть ли не в первом раунде сразу же. Вот. Ну, к тому же еще, безусловно, есть такая тема, как ноги. Мейвезер бы, безусловно, бы разведку бы начал с лоу-киками. Понятно. Поэтому тут даже не обсуждается та ситуация, что Мейвезер однозначно проиграл бы по правилам ММА. И никакого там бы лаки-панча не случилось. Так же, как и не ждал я, что будет лаки-панч со стороны Макгрегора. Как бы Макгрегор не был крут, быстр там, и как бы ни говорили, что у него отличные боксерские руки, прекрасный дриблинг, офигенное чувство дистанции, Мейвезер настолько порядков в боксе выше, ну, что никакого лаки-панча быть не могло. Имеется в виду нокаутирующего. А то, что там что-то влететь может в голову любому боксеру, там самому лучшему, то это понятная ситуация. Она, безусловно, самой могла быть, и это и имело место быть. Мейвезер много по голове пропустил ударов, но все они такие... как бы никакие, они ущерба ему не причинили. У него ни одной даже маломальской гематомки не было. В отличие от того же Макгрегора. Теперь о том, там круто ли продержался Макгрегор 10 раундов.
Я хочу сказать, ему просто дали продержаться 10 раундов. Просто на кону стояло настолько много и денег, и там престижа личного, и вообще репутации всего бокса, что Мейвезер просто не имел права рисковать. И поэтому он поступил в своем самом высококлассном стиле, как он это делать умеет. Он в первых раундах просто присматривался и вычислял оппонента. Давал тому показать все, на что способен тот. И также выматывал его, потому что на дальних дистанциях боксер-профессионал, конечно, более вынослив. Особенно, когда речь идет о бое по правилам с профессионального бокса. Все, он поступил очень правильно. Даже удивительно то, что он вообще выбрасывал руки. Он мог бы просто позащищаться, походить, просто повыманивать, измотать Макгрегора. Ну, он, в принципе, так и поступал. Он никогда не пытается поставить противнику детский мат. Он никогда не недооценивает оппонента. Вот чем мне Макгрегор, чем мне Мейвезер так импонирует. Он академичный боксер, очень академичный. Именно поэтому и считается, что его защита безупречна. И тактика боя, и сам план боя, у него просто безупречен. Стратегия боя. Поэтому он и непобедим. Он не рискует. Он не рискует. Хотя, конечно, он должен был однозначно закончить бой досрочно. И поэтому в последних раундах он реально шел вперед, о чем он и говорил. И делалось это не для того, чтобы показать шоу, как он это сам обосновывает, что я хотел показать шоу зрителям. Нет. Если бы ему не нужно было рубануть оппонента, именно победить сам недосрочно, он бы, просто это был бы какой-то титульный бой там очередной, либо сам защита, он бы просто подстоял бы, по очкам бы выиграл бы, без малейшего ущерба, и не пришлось бы принимать ему в голову те случайно пропущенные, хоть и не сильные удары, которые он вынужден был там пропустить для того, чтобы создать ту ситуацию, в которой он и нокаутировал Макгрегора. Вот. Он бы вообще не рисковал. Но здесь он просто обязан был закончить бой досрочно, поэтому им пришлось. Вот. Опять же, если бы он рискнул бы, был бы более настойчив, он бы, конечно, победил бы в более ранних раундах. Его с преимущества в школе бокса на несколько порядков выше. А вот что мне... вообще красавчики, скажем так, оба все равно. Что касается боя как такового. Шоу получилось, люди получили, скажем так, удовольствие. Хотя те, кто делал ставки на Макгрегора, те, конечно, можно их просто пожалеть. Реально, просто можно пожалеть. О чем они думали, вообще непонятно совершенно. Вот. Разве что на чудо надеялись какое-то. Наверное, чудеса случаются. Такое бывает. И один раз в жизни может и Дед Мороз прийти. Вот. Могло быть такое, но это не та ситуация, в которой рациональный, грамотный, умный человек может ставку делать. Это все равно, что делать сам ставку, что вот реально в этом году меня посетит настоящий самый Дед Мороз. Вот это примерно такая же ставка. То есть это может произойти? Наверное, потому что никто не доказал, что Деда Мороза нет. Правда, как и никто не доказал, что он есть. Значит, поэтому можно допустить ситуацию, что возможно он и существует. Вот здесь такая же примерно ситуация, что возможно у Макгрегора был шанс нокаутировать с Мейвезера. Если бы это произошло, то это действительно произошло бы в первом раунде, наверное. Не в первых четырех, как некоторые говорили, что если Макгрегор не нокаутирует Мейвезера в первые четыре раунда, то какие шансы? То есть давали шанс такой, что он может в третьем раунде нокаутировать. Ребят, это вообще капец. Он мог нокаутировать, если просто допустить, что это вообще могло произойти, но только в первом. И причем чуть ли не в первые секунды. Или в первую минуту. То есть когда мог бы произойти, как чудо.
как раз некий лаки панч, пока Мейвезер не присмотрелся к той не, значит, ну, как удобности противника, потому что противник не является боксером. Все. Но после того, как сам Демагрегор выбросил там десятка два своих ударов, все. Там уже сразу наметилась тема. А он именно выбросил лучших своих ударов. Почему? Потому что он хотел бой закончить в первом раунде. Он сразу же показал и дистанцию свою, с которой работать он может, и силу своих ударов. То есть все, он с первых секунд боя продемонстрировал все самое лучшее, самое сильное. Все. И если у него не получилось в первые 25 секунд закончить бой нокаутом, все, на этом этим была поставлена подпись, что он уже проиграл. И тут уже было только дело времени. То, что Мейвезер так долго протянул, это просто было обосновано тем, что он, ну, не имел права даже хоть немножечко рискнуть. Вот и все. Все очень просто. А что не понравилось мне в этой теме? Вот это вот некая тема вокруг, значит, денег. Ну да, было понятно, что это очень дорогостоящий бой. Оба сами получат просто баснословные деньги за этот бой. Но вот эта вот ситуация, вот это как бы, что они сами трясли всю дорогу бабками, постоянно хвастались, кто сколько заработает, кто сколько на этом сами получит. Понимаете, они хвастались теми бабками, которые заплатили люди за это все, но хвастались друг перед другом. Ну, то есть, вот, понимаете, они не победами хвастались собственными, не тем, что они лучшие там или что-то еще. Они хвастались тем, сколько они получили бабла за бой. Ну, вот это вот, если честно сказать, то это великое шоу, я, может быть, даже и великий бой, потому что он не был куплен, и здесь у каждого ставка была крайне высока в этом самом бою, и каждый хотел победить, это 100%. Даже нисколько не сомневаюсь, что бой не купленный вообще ничуть. Если тут даже и кто-то что-то подыграл, то они не точно не договаривались. Если даже Мейвезер, предположим, не закончил бой раньше или не закончил его позже, то это могло быть обоснованы тем, что просто и еще дополнительная ставка была сам сделана, может, им самим даже, что он закончит бой в таком-то раунде непосредственно. Таким-то решением судей или чем-то еще. Для того, чтобы просто еще больше сорвать и бабла. Ну, вот так вот это могло быть. Все. Но бой однозначно в плане исхода поединка не заказной. Вот. Но вот это именно как бы то, что трясли всю дорогу баблом и до боя, и особенно после, что типа это Мейвезер, да я никак не проиграл, потому что я там типа заработал огромные бабки этим боем, это уже победа, там это вот все, это херота. Это соответствует как бы самым реалиям, заработали они бабки колоссальные, никто столько не зарабатывал еще за бои. Но они опошлили для нас этим вот и шоу само, и само величие этого боя как такового. Потому что, как оказывается, не ради боя это все делалось, а исключительно ради бабла получается так. И даже если это действительно соответствует этом реальности, боксер-профессионал и боец-профессионал дерется за деньги, то зритель-то не это видеть хочет. Если они уж и как бы рады сильно, сколько они бабла получили, зачем показывать это зрителю? Я вот уверен, что огромное количество людей, которые с удовольствием следили за этим боем, значит, наблюдали за всей подготовкой, к нему были разочарованы и расстроены даже этим вот бравированием с баблом вот этим всем. Когда показывают эти видео, как это Мейвезер сам грузит деньги в машину, как сам Макгрегор постоянно кричит про то, сколько он бабок заработал. Ну, блин, ну реально тошнило это. Ей-бог. То есть для меня это вот, ну, может, лично для меня. От этих людей, скажем, отворачивают. Хотя, как бойцов, я их очень уважаю.
а как людей все больше перестают уважать. Мне Мейвезер очень чем еще нравился всегда? Тем, что это единственный боксер, который, заработав огромные деньги, и не просрал. Было много боксеров, которые получали гонорары большие. Все они как-то очень ловко эти гонорары и эти деньги просирали. То там оставались там такие должны промоутерским компаниям, кто еще чему-то. У Мейвезера же с головой все нормально. Он не просто хороший боксер, но еще и прекрасный менеджер. Ну и вот этого вполне достаточно. Просто его судьбы, его жизнь и этого показателя вот этих вполне достаточно, чтобы понять, что он умеет правильно распоряжаться деньгами. И отрясти ими вот так, это как-то беспонтово. И вообще, ну, просто представьте, например, того же самого, там, какого-то певца, предположим, очень вот известного, который собирает целые, ну, стадионы, и, выступив после концерта, значит, орет в микрофон: «Дорогая, там, 20 миллионов, дорогая, 20 лямов, прикинь». Ну, это как, ну, Макгрегор делает. То есть, при всех зрителях, которые пришли посмотреть на его концерт, он говорит: «Прикинь, дорогая, вот эти вот, эти козлы заплатили мне 20 миллионов, ты слышишь? Вот круто, блин». Ну, вот, вот так вот примерно. Как-то это некрасиво. Да. Ну, такая ситуация. Ну и, конечно, что касается, значит, ММА, конечно, ничего не потеряло от того, что Макгрегор проиграл. Наоборот, очень сильно приобрело в статусе. Если бы, конечно, он проиграл очень быстро в первом раунде, это было бы, конечно, плохо. Но даже если бы он отстоял просто один раунд и достойно, скажем так, отстоял его, а потом бы проиграл уже, и продемонстрировано было то, что в глухой защите Мейвезер поворачивается спиной и все такое прочее, то все, уже ММА не проиграл, потому что зрителю стало бы понятно, что случилась там ситуация поединка по правилам по другим, то есть ММАевским, все, а Мейвезер уже проиграл. И поэтому здесь мы увидели бы в любом случае, что в определенных своих моментах, если бы было бы разрешено гораздо больше, то Макгрегор бы, ну, одержал победу. Кстати, это было очень хорошо видно, когда Макгрегор поплыл. Он тут же начал приседать, хватаясь Мейвезеру за ноги, чем его полностью парализовал. Если бы можно было бы, предположим, сделать подхват, да, и бой бы в партер сразу перешел, и у Макгрегора было бы много шансов, чтобы там в защите восстановиться, и все. Ну, то есть, все понятно. То есть, победил, конечно, боец, безусловно, но победил в том числе благодаря тому, что он лучше при там, работе вот по этим правилам, по данным конкретным. Вот. Ну все, поэтому ММА ничего не потерял, а только приобрел. Бог же утвердил свой статус в том, что люди, занимающиеся боксом, что в боксе нету лучше тех людей, которые целенаправленно занимаются боксом. То есть не произошло такого, что люди занимаются боксом, становятся чемпионами, но могут проиграть человеку из другого вида спорта. Такого не могло случиться. Ну просто не могло. Бог же просто бы тогда потерял бы все. Абсолютно. Ну вот. А вот ММА, я говорю, мог бы тоже потерять очень сильно много, если бы в первом раунде потерпел поражение Макгрегор. Вот. Ну и то его потери были бы намного меньше. А так как дело дошло до 10 раунда, то это вообще супер зачет. ММА только вырос в статусе. Я думаю, что теперь и гонорары возрастать начнут за профессиональные бои. Вот. И станет и вид спорта еще более популярным. Вот. А что касается школы рук, то наверняка очень много будет взято методик подготовки в ММА из бокса. То есть они начнут более академично готовить руки по боксерской школе. Потому что это тоже, как опыт. А чем хорош опыт в ММА, так как вид спорта очень молодой,
они очень, скажем так, открытые. Если они видят, что что-то работает, да где-то, они это сразу же перенимают. Берут ноги из тайского бокса, руки берут из бокса, борьбу берут из бразильского джиу-джитсу и так далее. То есть то, что работает, то, что лучше всего показывает себя реально на практике, они тут же это все перенимают. Поэтому вот данный бой, он, конечно, очень много показывает в плане практики. И этот опыт, безусловно, будет использован. Не опыт как таковой, а в плане конкретных самих приемов и прочего, а просто будет лишний пинок в задницу, что руки надо более ставить академично, потому что, конечно, взять того же самого Макгрегора, у него, конечно, руки, он очень сам талантливый, то есть одаренный, у него прекрасный действительно дриблинг, офигенный тайминг, исключительное чувство дистанции. Но руки у него не боксерские, абсолютно. Если в ММА это прокатывает, то в боксе это абсолютно не прокатывает. Можно, конечно, в плане этом посмотреть, что можно позаимствовать и что можно подправить. Мне вот, например, у Макгрегора вообще не понравилось то, что у него постоянно открытая голова. Я, конечно, могу предположить, что он, пытаясь работать навстречу, и на опережение специально открывал голову, чтобы поступить так, как он, предположим, поступил с тем же сальдо. Да? То есть на сайт в степе сработать назад и встретить. То есть он специально провоцировал бить Мейвезера в голову справа, чтобы сработать навстречу слева. Ну вот. Как бы так. Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, я с удовольствием обсудил бы. Так что пишите. Не стесняйтесь. Оставляйте, кстати, комментарии под видео. Кто из них симпатизировал лично мне? Знаете, это очень сложный вопрос. На самом деле, я очень люблю ММА и ровно в такой же степени люблю бокс. Мейвезером я просто восхищаюсь уже долгие годы. Есть, наверное, я все-таки больше болел за него. То, что он победит, я знал однозначно. Но вот есть такая как бы тема, симпатия и знание того, кто победит. Вот, например, прошлый бой, когда там бились Мэнни Пакьяо и Мейвезер. Я опять же знал, что Мейвезер победит. Но симпатичен мне был очень Мэнни Пакьяо. И многие болели за него именно не потому, что там уверены были, что победит он, но он был просто симпатичен. Очень. Это народный любимец. Мейвезера недолюбливают за его. Кто-то говорит, что он очень пафосный, кто-то еще что-то. Вот. Но он ведь адекватен. Он так отвечает взаимностью. Тем, кто его не любит, он тех не любит. Кто его любит, он к нему относится прекрасно. Вежливый, воспитанный человек. Когда ему хамят, он просто с хами по-хамски разговаривает. Поэтому мне он очень, на самом деле, симпатичен. А что касается Макгрегора, я, конечно, понимаю, что он себе создал некий имидж вот такого вот скандалиста, хулигана и все. Но этот имидж, даже несмотря на то, что я понимаю, что это его амплуа, мне не нравится. Возможно, именно он помог ему заработать вот эти вот огромные деньги, получить, значит, право на этот бой и все такое прочее. Но это поведение мне не импонирует. Поэтому тут однозначно мои симпатии были как на стороне человека, на стороне Мейвезера. То есть я знал, что Мейвезер победит, и симпатии у меня были на его стороне. Да и, опять же, по правилам бокса,
опять же, симпатии мои были на стороне Мейвезера, потому что они дрались по правилам бокса. Как там в песне поется? Блондинчика противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает. Вот. Вот таким вот образом. А то, что касается противоборства стилей между собой, какое мне, значит, направление больше нравится, вообще в целом. Вообще мне больше нравится, конечно, ММА. Потому что, как я сказал, что это более реальный вид, реальнее только жизнь. Это прикладное направление, одно из самых прикладных, какие можно только представить себе. Ну, поэтому, конечно, в плане абсолютной темы я стою больше на стороне ММА. ММА мне нравится больше. Хотя, как спорт, я бокс очень люблю. И бои профессионалов просто, ну, с огромным удовольствием наблюдаю, смотрю, болею. Очень мне дело нравится. Вот так. Скажу даже, наверное, так, что смотреть я больше люблю бои именно боксеров и профессионалов больше, чем бои в ММА. Вот, понимаете, потому что бои боксеров-профессионалов, они академичнее, они красивее даже. На мой взгляд. Но более прикладным видом, я считаю, ММА. И сам занимаюсь ММА. Но в большей степени сейчас. Чем боксом. Вот такая вот интересная дуальная позиция, значит, у меня. Нравится ли мне Макгрегор? В смысле, как нравится? Я не из тех людей, кому нравятся мужчины. Кстати, как человек, говорю, что как боец, он мне офигенно нравится. Я от него просто в восторге. Мне очень, опять же, нравится то, как-то компонирует, что он очень хороший, ударник в ММА. Вот это мне нравится. То есть то, что он в стойке разбирается с оппонентами. Мне поэтому Шлеменко нравится тоже очень. Я люблю бойцов, ударников, которые... потому что это, опять же, наиболее реалистично. В жизни, конечно, можно побеждать в партере, когда противник один. Но наиболее реально прикладное значение для боя имеет, конечно, ударная техника рук и ног. И прежде, конечно, всего рук, техника рук. Прежде всего. Вот. И Макгрегор в этом силен. Мне поэтому очень сильно нравится в этом плане. Как боец очень нравится. То есть уважаю весьма. А вот его эти поведенческие повадки, вот эти все, это хамство постоянно. Даже, я говорю, отдавая себе отчет в том, что это его сценический образ, что это его амплуа, я не в восторге от этого, не нравится. Но я почти не сомневаюсь, что все-таки это все ради шоу. Он далеко не дурачок, это видно и во взгляде в его, и в те периоды, когда он скидывает себя в эту маску петуха такого, придурка такого, павлина, который там кичится бабками, там чем-то еще. Не знаю, сам ли он к этому пришел, или ему это там рекомендует кто-то. Но лично мне, вот имхо мое, это не зарабатывает авторитета для него в моих глазах. А также и для многих других людей, я таких знаю, потому что мы на эту тему часто разговариваем. Уж в силу рода моей самодеятельности меня окружают люди, с которыми, то есть, можно поговорить о боевых искусствах. Мы беседуем, и им тоже такая позиция не очень нравится.
Ну, Макгрегорская. Вот так вот. Так что вот так, друзья мои. Ну ладно. Я приехал. Обязательно подписывайтесь на мои каналы. Как говорится, пишите письма, оставляйте комментарии, оставляйте вопросы. Я на них постараюсь ответить. Всем пока.